Жорстке ДТП. Кран не возьмет, потому что провода. Вот, УАЗик бы выдернул. Ну никому не надо, да? Ничего, помогать. Чего не будет? Да разберутся, же сейчас в эвакуатор позвонили и все. Ну, если в эвакуатор. Если лом подкладывать под плиту, какие-то досочки подкладывать под плиту. Но лом в землю уйдет, даже упора не будет. Слушай, мне кажется, обычный эвакуатор лебедкой вытащит. У эвакуатора 8-тонная, че сколько-то там лебедка. Слышь, а что люди, претензии не имеют за забор? А. Так главное, прикинь, стекло целое, то есть она еще прилично приземлилась. Не, так она же плитой затормозилась просто. Да. Ее плита... Машина заехала во двор, у них это все фиксируется под запись. Они передают ГАИ, и они должны отчитаться по этому, что случилось. 102. Звоните, говорите, что... Короче, что по такому-то адресу машина заехала, ну, как... Короче, я владелица. Ко мне во двор залетела машина. Звоните, ну, они... Вот, мы вам потом все решим, потом. А, да не, потом. Сейчас подпишите, а мы вам потом решим. Потом, тут недорого решать, да можно... Так вот это ж... Не, ж вот это ж... Вот это затянуть раз, и... Дядь Коля, ее надо вытягивать. Так, брат, ты брат, как приехал, блядь. Так я же говорю, тут бессовестно, вы видите, да, что за женщину некому постоять. И вы начинаете, там мы вам завтра, там мы вам сейчас. Как так? Да нет, сюда надо. Не, надо, чтобы они ее на площадку ставили. Головник не возьмет, он не потянет. Алло. Шум раз, вытянул. Алло. Шо? Там пострадавшая бабушка или женщина, так сказать, говорит, что за рулем был 16-летний пацан, который кинул эту машину и пошел, короче, так сказать, домой. Потому что прав у него 100% нет, 16 лет. То я три пальца совываю, то есть колеса будут крутиться. Не будут они крутиться, оно передало нахуй. Это колесо, ну, не замкнуто. Вот, да, вот это подогнулось, а с другой стороны еще хуже. Ну прикол не в этом. Смотри, вот передние подвески, вот ляда укрепляющая, видишь, подогнулась. Она, короче, ушла нахуй назад. А, ну по пружинам все да, сидит туда. Да, конечно, она не пойдет. Почему тебе грузовик надо выворачивать, ты и не вытащишь? Да не, ну хорошая машина или эвакуатор. Не, ну понятно, если КамАЗ загнать, ну, блядь, его можно и разобрать. Я думаю, что он ее порвет, когда будет вытаскивать. Да не порвет. Сволоку бороться за ну немножко это самое, выверни тут чуть-чуть забора, блин. Только каким-нибудь образом опустят это, ее с вот этих пернюшек. Да не-не-не, мы посмотрим, не волнуйся. Оно все сместилось наперед. Да, все сместилось наперед. Там вроде ничего такого и сверх такого, что там мега, что двигатель в салон вошел, там такого нет. Извини меня, если ты, конечно, на Порше ездил, он бы вошел бы сразу вместе с тобой на заднее сиденье. Порше в салон бы он не зашел, он зашел вниз. 238. Специально эти. На марках она уходит, двигатель же вниз уходит. Приехал микроавтобус ДДКР, так сказать, ну, горсеть, короче, его простыми словами. Ну, стоят, ничего не делают. Нам вы отказываетесь, мы когда-нибудь сделаем забор. Как это когда-нибудь? Человек, пенсионер. Как так? Нам гаишник. Чего же мы все отказываемся? Вот этот в курточке, вот, спиной стоит, синяя с серым, черномазый. Вот это же он. Он был за рулем. Он текал так, что аж пятки свистели. А сколько машин было, ну, в салоне было людей? Он один, он сам, он один был. Он стоит, морду прячет. Он один и был. Отшкурнула, потом мамаша уже прибежала. Сегодня вышивал. Он такой, такие виражи наматывал на машине. А потом разогнал. У нас он свидетелей полрайона.
Наверное, занесло его, неудачный дрифт какой-то, ты понял. Ага. Так тут скрежет, потом искры, потом оно лампа висит, оно фонарь слетел со столба. Фонарь слетел со столба, с какой дури был удар. Так а вы без вышки толку? Ну вы же без вышки толку. Ну. А кран у нас. А вот все. А. Не, ну он же целый столб, в принципе, не висит. А заодно делится горсет и горсвет, разные организации. Вон упал фонарь, видите, ну, да, висит с одной стороны, на проволочке. Это по столбу ударила ця бордюра. Вот это ж бордюра, вот этот отбойник, что его задержал. Она перевернулась, а бачишь, бордюра. О, табор сходится, тут целый табор прибил. Сейчас опять так же самое, человек 30. Да тут толпа, я вам говорю, тут человек 30 было. А все же вот этот зуб. А он каже, я ехал тут 40 км в час, слышишь, и обгонял машину, и случайно ударился. Понятно. Все, понял, спасибо. Да я же говорю, нельзя такое спускать. Тут сколько он старики с балки за хлебом выходит. Скорее всего, они забор не отремонтируют. Типа. Они такие, конечно, чтобы бабушку обдурить, чтобы она им еще что-нибудь дала. Ага, конечно. А не наоборот. Она ей сердце схватило, пошла. Да, она в хату пошла. По-тихому уже не получится. Спасибо. А у них когда? Ты напиши, да не пьяно пиши. Да у них сразу все равно. Спасибо, хай делают, да. Ну и все, самое главное, что по-тихому. Что ты боишься милиции? Иди вот там по улице фотографируй. Ты же приколен, если хочешь вратуться за проколоться. Да он денег хочет, может заработать. Так а чего из вас просто? Ну хочу там по усекам. Потому что вы аварию устроили. Люди показали, где ты были. Нахер. Где? Где? Алло. Здравствуйте, я журналист газеты «События» Валентин Фигов. Тут у меня такая ситуация, я нахожусь на месте ДТП. Какие-то лица цыганской национальности угрожают. Ну, то есть я пытаюсь сфотографировать последствия ДТП, ко мне подошли какие-то... Все решили. Вы стоите как можно. Было ГАИ, решили, ну, все нормально. Мы уже решили, слишком давно решили. ГАИ решили, все нормально. На, тут враги же. Что вы сегодня? Перекресток большевистского переулка и улица Циолковского. Переулка большевистского и улица Циолковского. 238. Ну, я подъехал, у меня... Мне позвонили свидетели, сказали, что там ДТП. Я подъехал на место ДТП. Начал фотографировать. Кран, получается, трампарк, это самый дешевый кран, он за 300 гривен готов работать. А все нормальные краны берут 350 в час, а минимально 3 часа. Ну, этот, видать, государственный, понял, за государственный дизель. Не, ну коммунальное предприятие трамвай. Ну, видимо, решили без крана обойдеться. То есть назад бабушки никто восстанавливать не будет? Ну ладно, сейчас посмотрим, не будем делать. Назад эту плиту можно будет... Не, он, наверное, задом, сейчас машину будет вытаскивать. Угу, наверное. Значит, менты уже порешали там все. Це, я думаю, да, порешали з ГАІ. Що до сих пор нет ГАІ. Кашлянули їм. Башлянули, кашлянули. А що рублі 500 дали, да, і все тут же, типа, нічого, пострадавших нету, кроме бабки. Да, бабка, ну, видать, нічого не заявляла, хоча при нас дзвонила в міліцію, ну, опять же, це в міліцію, не в ГАІ. Так, а ти... Фігаль дзвонив тільки, що так, на нього пытались там угрожати. Зарядом, я говорю. Ну, от і посмотрим. Им надо было этот столб вот туда оттащить, а ее вот так вот ровно вытаскивать. Ты фигарь еще вовремя пофотографировал. Да, да, еще чуть-чуть и не успел бы. Давай столб заведи.
Перві є на дві частини, да? Ну, так? Це ж на нове, ти поняв? Нове, воно ж все щось говно. Як китайця, ну, метал. Сильно нове. Пошло. Ні, так воно його в стол може скинути жопу. Смотри, чи ні? Так як-то що продумано. Наверное, травмпарк мужик шарит. Крановщик. Ні, они там, видиш, його... А, вони її пихали, вони її самі пихали. Держали там. Прикинь, сейчас заведется и своим ходом поедет. Они не держали. Ну так бы она в стол пошла. А вот эти дворик, если... Да им все равно, я так понял. 23, блядь. Мы все заказы прогулки. Смотри, она еще едет, да. С горки нормально уйдет. Получается, Горсеть и Горсвет — это разные организации. Они мне объяснили. Ну да. Не, так сейчас в интернете уже можно смотреть. Фигель там что-то выкинул, я думаю. Уже. А завтра именно газета будет. Напишет о бездействии ГАИ. Ну, получается, Горсвет и Горсеть, я же говорю, Горсеть, получается, это вот, да, вот уезжают тут они уже. Они отвечают за свет, ну да, а те за электричество. И якобы, что у этих все хорошо, электричество работает. А вот свет, это уже должна другая организация приезжать. Вот они развернулись, да, уезжают. Потому что по ихней все хорошо. По ихней отрасли. Вернуть назад, да? Ломами как-нибудь довернут. Да, наверное. Значит, что-то ж пытаются, ничего не знаю. То есть ломами, наверное, накидывают назад, да? Назад, конечно, проблематично. Ну, поехали. У меня работа. Поехали. Внизу. Ну, короче, мы уехали, получается, не дождались. Ну, вроде как бабки должны все восстановить этой пострадавшей. Потому что уже и в прессу пошло... Фигель приезжал, события, и мы поснимали, то есть эти цыгане, которые, скорее всего, армяне, поняли, что ну и нафиг, лучше, короче, этой бабушке дать денег, чем восстановить ей забор. Такие вот дела. Так что до скорой встречи.